И вторая часть по поводу парковки, не увидел это объявление. Если вы запаркуете велосипед в этом гараже, то велосипед будет вам стоить $275 в месяц плюс 8,75 таксы. А на машину паркинг, я тоже вот в первом видео не сказал, получается, что еще здесь паркинг, таксы, налоги на паркинг автомобилей дороже 18%. Так что мы посчитали, да, если мою машину парковать было бы здесь, так как у меня джип на первом этаже, было бы $1300 плюс еще 18%. Ну вот читайте, в комментариях можете написать, калькулятор не доставать. 1300 плюс 18% парковка вот здесь, в Нью-Йорке, в районе Мэдисон-авеню. Такие цены, такая дорогая жизнь. А это, кстати, почасовая стоимость. Вот, если на 2 часа паркуетесь, $33 парковка стоит. На пару часов поставил, $33 отдал, плюс 18% таксы.